Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Тут не очень такая приятная вещь случилась. Вот дальше у нас по плану должна идти летная школа. Вот там наверху она находится. Но почему-то я подошел, встал на вот ту красную метку, и ничего не хотело запускаться, ничего не запускалось, ничего не работало. То есть я вот подходил к красной метке, и ничего от этого вообще не происходило. Не знаю, почему это не работало, я не знал, что делать. И единственный способ, который я нашел, это, так сказать, все это исправить, это скачать сейв после летной школы. Летную школу мы сейчас перепройдем с вами, просто, ну, компенсация. Просто чувак, который делал сохранение, он денег себе кучу набрал, здоровье на максимум увеличил. И там мускулы увеличил и так далее. Мускулы я с помощью специальной программы очистил до уровня, который набрал я. Но деньги убрать, оружие убрать, целую кучу оружия я не могу. Во всяком случае, не знаю как. Ладно, мы сейчас с вами все равно перепройдем летную школу. Сорян, что вот так вот получилось, читерски сильно очень. Но зато вот после вот этого сохранения, когда я поставил тут... Не одна метка появилась, а две, как сказать, метки. Вот видите, тут маленькая метка и большая. Вот должна быть только маленькая метка. Я на нее вставал, и ничего не происходило вообще. Теперь я к большой метке подхожу, теперь работает. Так. Не понял, вылетело все. Короче, почему-то игра вылетела, я не знаю почему. Ладно, давайте начинать. Я перезапустил. Так, взлет. Блин, какое дурацкое, неудобное управление. Ага. Надо настроить управление под себя сразу же, чтобы было удобно играть. Раскладка по умолчанию. Наверное, автор, который вот сохранение это сделал, по-своему настроил так, как мне неудобно. Да, надо под себя настраивать управление. Это вообще, вот, не знаю. Короче, сразу когда начинаешь, что нужно сделать? Сразу надо настроить управление под себя. Не смотрите всякие там гайды на ютубе, как правильно полететь, блин. Потому что с ними в основном бывает еще хуже. Вот у меня вообще что попало вышло. Господи. А вот изначальная даже раскладка будет вообще очень неудобна. Нужно очень долго привыкать к управлению к такому. Вау, осторожно. Это очень неудобно, ребята. Это очень тяжело пройти все это дело. Ага. Плохо, значит, да? Да что вы говорите? А, да, убрать шасси, иначе мы упадем. Когда же все открыты, оно это... А самолет через некоторое время упадет. Не знаю, зачем так... Не знаю, кто это вообще придумал. Уж точно не я. Окей. Посадка самолета. Дальше идем. А, так я в прошлый раз также. Так я в прошлый раз тоже, по сути, прошел. Я просто не заметил, что там медаль появилась или не появилась. Так, S это снижать скорость. И вот здесь останавливаемся.
Довольно легкое задание, даже 99%. Так, теперь... А, надо было переключиться, ну ладно. Сейчас упадем. Круг вокруг аэродрома. Вот это уже сложно, ребята. Вот это реально сложно. Особенно ночью. Так, надо взлететь, шасси убрать. Вот на андроиде это легче. На андроиде это гораздо легче пройти. Там шасси убираются автоматически. Хотя шасси это ерунда на самом деле. Давай, давай, повернись. Повернись. Только не переворачивайся, я прошу тебя. Давай спокойно, Давай, 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 давай. Только не переворачивайся, я прошу тебя. Все спокойно, Капец. Блин, вообще не... Блин, это вообще неудобно. Я офигевал нафиг. Когда в это все играл. Ну-ка дайте-ка я еще раз перенастрою управление. Ну, господи, это вообще неудобно, ребята. Ну, я, наверное, полчаса мучился с управлением настраивать. Так, QE это... Это лучше, наверное, влево и вправо. Специальное управление влево. Это... Куда... Это что такое? Так, это, наверное, лучше вот это поставим. Это вот это поставим. Так, а вот смотрели мы с вами вот тут. Это влево? Нет, нет, стоп, это не влево. Это влево. Это вправо. Так, вот теперь будет легче. Надеюсь. А, убрать шасси надо, ё-моё. Опять. О, вот теперь получше будет. Нет, не лучше будет. Надо. Я еще кое-что сделать забыл. Вот видите, с этой миссией какие хлопоты возникают. Это просто жесть какая-то. Посмотреть налево. А, я не те кнопки поставил. Так, влево это вот так. Вправо вот так. Отлично, теперь все будет намного лучше. Да ё-моё. Ненавижу самолетом управлять. Так, взлетаем, убираем шасси. И летим. Летим, 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 летим. Я помню, я проходил эту летную школу целиком. На золото, конечно, не проходил. На золото это очень тяжело пройти. Блин, вот даже коснешься немного, уже плохо, да? Тихо, тихо, не надо глохнуть. Глохнуть не надо. Можно, в принципе, вот таким вот способом еще поворачивать. Как же это неудобно. Ну зашибись, я пролетел мимо нее. Придется теперь опять заново все делать. Это же кошмар какой-то. Сколько ютуберы часов тратили на то, чтобы это все пройти? Вот вертолетом управлять легче, на самом деле, чем самолетом. Летная школа обязательно, кстати, для прохождения. Без нее... Я имею в виду, если у вас есть там мод, например, такой, где можно выбрать любую миссию. На следующую миссию вы сможете переключиться, но вы там не сможете дальше играть. Опять я пролетел мимо, ну... Ладно, еще раз попробуем, если не получится, то ну ее нафиг. Это вообще жесть какая-то, не уровень. На андроиде легче играть, это, серьезно. Вертолетом реально легче.
Сейчас попробуем, попробуем. Сейчас мы тут... Сейчас мы грохнем, сейчас. Блин, да иди нафиг тогда, короче. О, ну вообще зашибись, я еще и сдох. Перейдем сразу к взлету вертолета, потому что он легче. Я сразу две миссии пропустил аж, потому что там будет следующее. То есть там надо было просто круг облететь, а потом на следующий раз надо будет также круг облететь и посадку еще и совершить. Блин, это вообще очень тяжело. Ну вот я выровнял полет. Вот так вот мы можем разворачивать его. Удерживать вверх, чтобы наклонить вертолет. А, надо развернуться. Да, вертолетом управлять тоже, конечно, не сильно-то удобно, но это лучше, чем самолетом. GTA 4, в GTA 5 легче его управлять. Ну, нормально, 94% нормально. Дальше. Вертолет он реально гораздо легче. Посадка вертолета. Вот, по мнению игроков, самое сложное задание — это уничтожение цели с вертолета. Но мне кажется, оно не такое сложное, как круг на самолете. Здесь в GTA San Andreas можно вообще наклонить вертолет так. Так, вот таким вот способом сбавляем скорость. И приземляемся. Хорошо. Дальше. А что на назад-то мне? Во, уничтожение цели. Вот это вот реально уже жесть. Полная. Так, Ctrl — это стрелять пулями, левая кнопка — стрелять ракетами. Вот надо кучу комбинаций клавиш держать наготове. Я буду, наверное, давайте-ка я даже пониже немного спущусь, чтобы было легче их уничтожать. Эти грузовики дурацкие. Чуть-чуть пониже опустимся. Чё они не взрываются? Ну, взрывайтесь, давайте. Так, один взорвался. Второй тоже. Отлично. Осторожно, осторожно. Блин. Наверное, не надо было опускаться так низко. Ну ладно. Сейчас попробуем еще раз. Блин, вот извините, что пропустил круг на самолете. Но, блин, он капец просто ужасно сложный. Я буду с помощью левого контрола стрелять, потому что им легче намного уничтожать грузовики. Как по мне. Не знаю, как вам, а мне легко. Блин, опять коснулся земли. Ну что ж такое, а? Ладно, тогда будем повыше находиться. Я прям пулемет сразу включу, он тут бесконечный. Вообще, если ты летной школой помучился, блин, это ж кошмар просто полный. Ну-ка, давай, 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 давай. Эх, не взорвались грузовики. Ладно, придется с той же высоты пробовать. Надо моментально, прямо я имею в виду, взлететь. Потом, сразу, как только взорвутся все грузовики. Потому что они как-то реально взрываются долго. Точнее, как взрываются долго. С той высоты, которую я в прошлый раз пробовал, они что-то не взорвались. Так, взлетай, ну ё-моё, блин. А это, кстати, не все грузовики. Там еще будут потом два грузовика. Вроде бы. Вроде бы два. Ну, точно будут. Два, да, точно два. Так, ну-ка попробуем вот так не сильно наклонять. Но, блин, вот тот падает все время, когда это я пытаюсь сделать. Это вроде не так сложно, но надо это уметь делать.
не взорвались грузовики. Как печально. Блин, это жалко, что парень, который выложил сохранение, кучу денег и кучу оружия напихал. Я не буду этими 500 тысячами злоупотреблять, так сказать. Может быть, даже в казино потом специально проиграю, чтобы они исчезли. Взлетай, взлетай! Давай, ну блин. Давайте еще ниже попробуем, чтобы они быстрее взорвались. Как-то это вообще неудобно. Так. Что-то темно уже на улице начинает становиться. Дурацкая летная школа, как она меня бесит, а. Хотя следующая миссия после летной школы, она еще более дикая. Как по мне. Ну, многие так не считают, но я ее пропущу 100%. Слишком сложная миссия. Давай, взлетай. Взлетай, взлетай, взлетай. Отлично. Там еще есть две движущиеся автомашины. Надеюсь, мы не коснемся земли. Или не зависнем в воздухе. Чёрт возьми. Они еще и двигаются. Надо еще по ним попасть, умудриться. Но будем пытаться, будем пытаться. Должны в любом случае это все пройти. Ну, несколько пуль уже попало по грузовикам. Блин, камеру поверни. То мне вообще так неудобно. Ой-ой-ой. Блин, ну разверни ты этот вертолет, а. Господи, это... Вот то, что они двигаются, это неудобно. Потому что... Может, это в будущем пригодится, но я в сюжете такого не встречал. Чтобы нам по движущимся машинам из вертолета приходилось стрелять. Блин, вот я стреляю по ним, а они не взрываются. Или взрываются. Один взорвался, один взорвался. Сейчас второй взорвем. Ой-ой-ой, куда ты так сильно наклоняешься? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой. Отлично-отлично-отлично-отлично. Взорвали. Правда, много времени потратили на это. Посмотрим, сколько процентов наберем. Если сильно... Если долго их взрывать, то могут не засчитать, как пройденное задание. Маловато. Ну ладно, я уже устал это все равно проходить. Так, уничтожение целей. Далее мертвая петля у нас идет. Но мертвая петля, она полегче, чем круг. Нажми и удерживай В для сохранения постоянной высоты. Лети к первому кольцу. Давай, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Теперь нажимаем вниз. И залетаем в это ко... Нельзя поворачиваться. Ладно, не будем тогда, пока не влетим в кольцо, ничем управлять. Просто будем нажимать кнопку W вот эту. И жунг. О, ну... 95% это хорошо сойдет. Нам бы засчитали. Бочка, 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 бочка. Это тоже не сильно сложно. Самое сложное, по моему мнению, это круг. Пролетел. Я ж пролетел, в смысле? Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. Да, я, конечно, считерил буквально в смысле, но, блин. Почему летная школа не работала, я не знаю. Работает у людей, странно. Почему у меня-то не работает? Блин, да что ж такое, а? Нельзя лишних движений делать.
Миссия с вертолетиком для меня в GTA Vice City для меня гораздо легче, чем вот это. Может быть, для кого-то нет, но для меня да. Я ж пролетел. Я ж залетел в кольцо, ну как так-то? Ладно, попробуем еще раз. Что тут поделать? Не знаю, сколько я времени на запись уже трачу. Ну, много, наверное. Давай. Блин, вот он когда делает бочку, он постоянно залетает в другое место. Он разворачивается на ровном месте, не получит. Поворачивает куда-либо, на ровном месте не получается никак стоять. Я даже поверну вот так на всякий случай. Оба! Не получается ничего, не получается. Как же так-то, а? Ну блин. Автомобильная школа легче. Реально вертолетик легче, чем вот это. Хотя в GTA San Andreas, кстати, тоже есть миссия с вертолетиком. Ну-ка, опять мимо пролетел. Да что ж такое, а? Это бред сумасшедший. Сумасшедшие задания. Блин, он мимо кольца все время летит. Хорошо, что самолет не взрывается, когда падает. Я один раз в воду упал, он взорвался. Вот минус этой миссии в том, что если можно умереть, если умрешь, то у тебя отнимут все оружие. И вообще заново все придется начинать, короче. Давай, залети в кольцо, пожалуйста, я прошу тебя. Во, нормально, 100% причем. Дальше. У нас еще одно задание есть. Спуск на парашюте. Спуск на парашютке. Это последнее задание. Одно из самых простых. В свободном падении нажимать вверх. Чтобы скользить вперед. Так вот. Пролетим. Так. Когда будем близко к облачку. А давайте прямо сейчас откроем парашют. Надо, короче, на парашюте просто туда приземлиться. И все. Да, приземляется он очень медленно, но, блин. Да. Каток облака, блин. Исчезло в облако вообще. Так, вот. Управлять в парашюте собой. Я еще не сильно привык. Отлично, давай. Прямо в центр, прямо в центр. Отлично. 1% не хватило, представьте себе. 1% не хватило. Ну, хрен с ним. Все, хватит уже, надоело. В общем, сразу же после того, как мы пройдем летную школу, нам позвонит Вузиму и скажет, и приглашает приехать в Лас-Вентурес. В город Лас-Вентурес, в казино 4 дракона, которым он обладает. Теперь оно находится вот в этой метке. Но мы в Лас-Вентурес пока не поедем. Мы сначала выполним все миссии в пустыне. Также у нас там еще есть 4 миссии в Сан-Фьеро. Мы пройдем их перед тем, как ехать в Лас-Вентурес. Ладно, в общем, вот эта вот миссия Ноэ. Ноэ, как-то так она называется, Н-О-Е, Н-О-Е по-английски. Она капец какая сложная, там нужно лететь
лететь низко и при этом еще и не врезаться никуда. Я не смог эту миссию пройти ни на компьютере, ни в телефоне, нигде. Еще и таймер там есть на время. В общем, это очень сложная миссия, я пропущу ее. Через вот это специальное меню. Bone Country, My Terrain. И вот эту миссию запускаем. Что на этот раз ты задумал, Торрено? Я должен... Не должен же быть здесь. Что ты на это скажешь? Ой, проклятие. Что тут могу сказать? Я думал, что здесь только твои люди. Послушай, Карл, у нас появилась проблема. Несколько предателей из другого правительственного агентства считают, что могут делать, что захотят путем финансирования, в обмен на контракты по поставке оружия. Слушай, а сам ты разве это не можешь делать? Ну, в некотором смысле да, но мы сами должны все это контролировать. Мы стараемся держаться подальше от... преступности. Ладно, в общем, значит, эти идиоты сперли партию мин, и теперь они собираются поставить их на Ближний Восток. Карл, тебе нравится увечить людей? Увечить? Смотря каких. В любом случае, суть в том, что мы с тобой, Карл, два сапога. Пара. Верно, это грязная работа, но кому-то же ее нужно сделать. Если ты вдруг облажаешься, это приведет к всплеску политической проблемы. В общем, я говорил с большим боссом. Тебе дается разрешение на ликвидацию этих придурков. В смысле, мужик, на убийство? Убийство, шмубийство. Не нужно смотреть на это как попало. Рассматривай это как борьбу с вредителями. Давай, я не могу тут больше оставаться. Куча работы. Да. Лентяи вы все. Почему я все сам делать все время должен? Хочет, чтобы я поместил бомбу в самолете. И мы прямо сразу едем на мотоцикле. Прям заезжаем в самолет. Пока и даже заставку не закончил, заезжаем в самолет. Так, и что там мы делаем? Теперь ты не сможешь покинуть самолет. Ну да, отлично. Просто катятся какие-то бочки непонятные. Не применяя огнестрельное оружие. Ладно, будем использовать тогда сабли. Нет, это не сабли, это катана, скорее. Чего себе, башку. Оторбил ему. Ой-ой-ой. Не надо под эти бочки попадать. Я профессионал в этом деле. У меня есть искусство владения клинком. О, бочки закончились, отлично. О, как я ему отрезал-то башку, а? Капец, ну и кровище тут. Это просто жесть. Так, давай. Так, где бомба? Кидаем бомбу куда-нибудь сюда. Берем парашют. Где он? Вот он. И сматываемся отсюда. Так, все, сматываемся. В смысле? Это какой-то баг, походу, дело. Короче, возвращаемся обратно на нашу трассу. И выполняем следующее задание. Сегодня мы должны выполнить все задания. Их, по-моему, еще два осталось. Я, конечно... Опа. Алло. Привет. Костр идиота, блин! Каталина. Я знаю, что это ты. Тебя что грызет такое, а? Я тебя больше не люблю, блин. Эй, ну давай просто уже. Алло. Вот стерва мексиканская, как она меня задолбала уже, а? Вот скотина, а? Кинула меня.
Еще издевается по телефону. Фу. Короче, через меню. Привет, дружище, какая встреча? Намасте, мир тебе, Карл, мой брат. Карл, я здесь. Эй, мистер Правда, где ты? Ты чем занят? Я только проверял, не выполняешь ли ты чьи-то поручения здесь. Так где же ты, блядь? Откуда мне знать? Он как дьявол. У тебя все нормально? Все течет, все меняется. Оу, господи, блин. Я сам проживаю всю свою жизнь вот так, как все остальные. Ну ладно. Ты хоть представляешь себе, чем занимается Тарайна? Да нет, похоже, он снабжает меня только сведениями необходимыми. О, не-не-не-не. Два вранья сложены вместе, не дают, правда. Мы им платим, чтобы они нам врали. Этого они хотели, наши отцы-основатели. Довольно, мой друг, довольно, довольно, мы не одни здесь. Полегче, братан, что происходит-то? Все пришло в движение. Ты еще этого не понял? Есть одно место, которое даже не обозначено на карте. Скоро отбывает поезд, направляющийся туда. Блин, у меня голова. У тебя голова оглохнет скоро. Нам нужно делом заняться. Ты веди машину, а я все объясню. Извещенство здесь рядом не валялось. Мистер Правда, а у нас план действий есть? Просто вперед, давай. Эй, подожди, стой. Блин. Короче, эту миссию пришлось запускать через это миссионное меню, потому что когда я запустил миссию, вот эту вот, которую мы только что выполнили, безбилетник, она это, так сказать, сама выполнилась. Там почему-то запустилась миссия безбилетника, а не та миссия, которая вот сейчас у меня. Надеюсь, в следующий раз такого не случится. Ладно, в общем, нужно проникнуть вот на эту территорию, которую разгвардейцы охраняют. Блин, еще и вот в таком вот фиолетовом небе. Какое-то странное фиолетовое небо вот в этой пустыне. Может, это из-за вот этих прожекторов, конечно, странных. Но это странно очень. И нам дали специальный прибор для глаз. Вот такие вот очки. Их благодаря им можно спокойно видеть военных, но я не буду им пользоваться, я и так все вижу. Блин, снайперская вообще хоть отбавляю. А вот у меня есть вопрос, а как проникнуть на эту территорию? Наверное, нужно где-то проход искать. Ты слишком удалился от зоны, если ты продолжишь удаляться от нее, задание будет провалено. А как пройти-то в нее, я не знаю просто. Ну-ка, дайте-ка на карте посмотреть. Блин, а как пройти-то сюда? Тут закрыты все двери. Может, с другой стороны вход есть? Вот он вход, оказывается. Ладно, будем использовать снайперку. Где тут военных, на самом деле, до хрена? Так, будем стрелять по ним, короче, из этой фигни. Возможно, на объект проник посторонний. Всем провести прожектора к поиску. Ой, он меня сейчас засечет. Военных очень много. А, подтвердили, что кто-то проник. Давайте-ка попробуем вот сюда пройти. Застрелим тут, если кто-то тут есть. А, я же убил его. И застрелим всех военных с вышки. Сдохни. Сейчас, короче, застрелим всех отсюда прям. Ну-ка, давай. Отлично. Надо до 5 утра еще проникнуть в эту зону. Блин, бежит, зараза. Ну, попадай же в него. Чё он не дохнет того?
Армаз. Так, дальше я не попаду, наверное. Ничего, 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 мы сейчас это сделаем. О, тут кто-то рядом. Такое чувство, что за воротами. Нет, не за воротами. У него есть офигенная пушка, я ее хочу взять. Так, заменяем пушку вот на эту. М4 называется она вроде бы. Подходи ближе. Давай, военный, подходи ближе. Ого, какие у них деньги-то есть. Так, собираем, собираем. Да хватит уже меня разыскивать. Вы и так знаете, что я здесь. Короче. Не подтверждено. Отбой? Как, в смысле отбой? Вы же это подтвердили недавно. Так, там еще есть бронежилет. Хотя у нас... Опа! Сдохни, сдохни, сдохни давай. Так, включаем. Отлично. Да блин, задолбали эти голоса уже. Отлично. Где-то тут проход есть. Вот он. Так, убираем эти решетки и проникаем сюда. Отлично. Доберите через зону 69 до исследовательской лаборатории. Оттуда можно к черному ходу попасть. Обалдеть. Блин, на улице темнеет уже. Ну ладно. Серия долгая получилась. Я кучу всего обрежу. Как я управление настраивал. Я управление полчаса, наверное, настраивал. Так, решетки-то можно убрать? Не, нельзя. Да, вы давно уже заметили посторонних. Хватит уже. Оу, тихо. Хорошо, тут чувак броню хотя бы не увеличил до конца. Опа, там что, бензопила что ли есть? Нет, это супер-пупер миниган, по-моему, называется он. Тут сирена, кстати, звучит. Okay. Блин, вот здесь можно заблудиться на самом деле. Оу, сдохни, сдохни, сдохни. Так, здесь где-то еще один. Сдохни, сдохни. Так, сверху кто-то еще есть. О, это куда я упал? В смысле? Влезай давай. В смысле, а что ты не влезаешь? Ты давай. Жир вообще очень маленький, надо, наверное, увеличить. Я, наверное, переборщил с уменьшением жира. Ну ладно, надеюсь. Где еще проходы-то? Я что-то ничего не понимаю. Вот где-то же должны быть они. Я не помню где.
Так, броня здесь есть. А где еще проходы? Здесь, здесь нет, здесь нет, здесь нет. О, вот, я что-то нашел. Зенитная точка обезврежена. Убегайте. Не вздумайте сопротивляться, а то будете покойниками. А, нет, подняться надо, блин. Вот здесь есть один враг, только я что-то его не наблюдаю. Так, может сюда надо пройти? Да нет, по-моему, не сюда. Блин, а куда идти-то? Господи, тут вообще заблудиться можно. Я помню, когда проходил, где-то другой потайной проход был, который я, возможно, не заметил. А, вспомнил, где он. Вот он. Вот здесь. Вот здесь вот нужно пройти, подняться. Так, сюда вроде надо. Да, вон куча врагов появилась. А, и туда идти надо, да? Хо-хо-хо-хо, они вообще очень хорошо стреляют. О, тихо-тихо-тихо. Так, нам сюда, да? Да, вроде сюда. Дверь, ведущая на стартовую площадку, где хранится черный проект, закрыта. Нужен ключ. Прошу вас, давайте без насилия. Отдай карту тогда. Так, а где дверь-то? Здесь где-то или где? А, вот. Господи, я что-то проглядел. Убегай, то тоже застрелю. На объекте замечают посторонние, всем явиться к стартовой площадке. Так, ты ученый, под дуло не попадай. О, господи, как они метко стреляют, а? Я помню, мы с этими гвардейцами сражались вместе с Райдером, когда ящики грузили. Облачков Райдеру небесных. Но там они вооружены были пистолетами, а не такими пушками. Вот что нам надо достать. Во, вот это вообще обалденный предмет. Полетели. Убить его, этот объект стоит 60 миллионов долларов. Вам меня не убить. Так, потрясающий реактивный ранец. А только в GTA San Andreas он и есть. Так, как подняться? L-Shift. Летает не очень быстро, но нормально. Из него можно стрелять. Так, лететь до туда долго, поэтому чик-чик, долетели. Не так уж и далеко на самом-то деле, оказывается. Интересно, зачем мистеру Правде это нужно? Карл, чувак, вот, держи, лучше сразу заныкай куда-нибудь его. Спрячу далеко. Эй, постой-ка, даже подбросить меня не мог, да? Так, возвращаемся на взлетную полосу. Там есть еще одно задание. Оно, кстати, связано с реактивным ранцем. Гринго. Блин, ну и где же он?
О, осторожно, смотри, куда летишь-то, блин. Мы присутствуем в начале новой эры. Чё ты сказал? Не все фантастические штуковины являются выдумкой. Сегодня мы узнаем все. Жду не дождусь. Я слышал, что знания в этих краях почитаются за святыню. Чувак, я вот пробовал это сделать. Давай лучше ты. Приземлись на поезд и перебей всех охранников. Проникни внутрь и укради, что там есть. А, понял. А что надо украсть? Я даже сам не знаю. О, ты сам не знаешь, что нужно украсть. Просто зашибись. Я уж подумал, что ты ненормальный, мне кажется. В каком смысле ты не знаешь, а? Ты там украдешь, что содержит ответ. Значит так, полетишь на реактивном ранце, приземлишься на поезд и украдешь то, что они меньше всего желали бы видеть. О, слышь, они приближаются. Похоже на то. Нам лучше двигаться. За мир во всем мире, чувак. Зачем же тебе эти вещи, я не понимаю. Вообще. О, реактивный ранец летит быстрее, чем в прошлый раз. Хотя, может, мне так кажется. Так, поезд выезжает из Лас-Вентураса, походу, сюда. Я именно не из Лас-Вентураса. Ну да, из Лас-Вентураса, именно из поселка. Где-то вот здесь он должен проехать. Давайте подождем его. Я точно помню, что он поедет по этой стороне. Давай, поезд. Вот он, едет. Будем стрелять в них из этого оружия. Нам специально, кстати, когда вот эта миссия открывается, нам сразу 2000 патронов дают на это оружие. Только почему оно не отображается, когда я правую кнопку нажимаю? Эти охранники стреляют метко. Нужно по ним метко тоже стрелять. Надо их как можно скорее убить. Давай. Отлично, один есть. И уничтожаем ящики. Чтобы было видно. Так, этот ящик пуст. Проверим другой. Так, блин. Терпеть не могу, когда надо перезаряжать оружие. А вот владение пулеметом увеличился вообще офигенно. О, в тоннель заехал. Ну, зашибись. Три ящика проверить надо. В одном из них точно что-то есть. Я помню, кстати, что это такое, но не знаю, как называется. Наверное, токсин, что ли. Да блин, метко стреляют. Ну давай же, сдохни, ну ё-моё, давай. Так, проверяем этот ящик. Тоже пустой, понятно. Да, вот, если бы у меня было бы столько же здоровья, сколько осталось, я бы, наверное, бы сдох уже. Хотя я бы в таком случае броню бы, наверное, взял. Давай, дохни, зараза, дохни. В этом ящике зеленая какая-то. В этом ящике застывшая зеленая слизь какая-то. Сразу же отлетаем подальше, чтобы они меня не убили. Короче, мы взяли как. Нет, это не нейротоксин. Это какая-то вообще непонятная зеленая слизь. Нам даже не говорят, как она называется.
Нам очень повезло, что мы рядом с полосой очутились. Приземляемся прямо здесь. Ну вот. Ну как, достал? Я, конечно, кое-что достал. Ну-ка, дай мне взглянуть. Копы приехали. О, ситуация резко переменилась. Что это такое? Все, это еще называют нулевым годом новой эры. Ладно, как-нибудь поговорим. Постой! А, ладно, пофигу. Он, наверное, хотел спросить, что это такое. Наверное, нас это не должно интересовать. А, теперь эта штука... Теперь эта хрень нам будет приносить доход. Максимум 10 тысяч долларов. Не забывай регулярно забывать бабки. Забирать бабки. Ну ладно, конечно. Ой. Споткнулись. Ладно, в общем, такое вот задание. Кто еще звонит? Эй, Карл, это я, мистер Правда. Сама судьба назначила нам встречу, чувак. В общем, на этом все. С вас лайкос, подписос и с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, точнее, ой, второй канал. И на группу ВКонтакте. Всем пока.